Thank you.
Всех приветствую. Получилось у меня вот такое вот спонтанное видео. Получил сегодня микроскоп, решил опробовать в деле, каково оно будет гравироваться. Да и руки наконец-то дошли до гравировки пневмоштихелем. Вот такая вот у меня первая гравировочка получилась. Пневмоштихель я еще месяца три назад получил, но все не было времени его толком опробовать. Сейчас попробую с другого ракурса. Подсвечивает. Записываю на телефон, поэтому фокусировка не... Это была первая пробная работа такого плана. Интересная тема. Единственное, все, что это выгравировано, со временем почернеет, поскольку обнажился металл под слоем хрома и латуни. У нас обычный металл, поэтому придется гравировку заворонить. Довольно-таки увлекательное дело гравировать пневмоштихелем. Намного интереснее, я бы сказал, проще, чем бурмашиной. Единственное, нужно время, вроде-ка пол, потренироваться.
последнее время чересчур и увлекся чутками. 3 месяца потратил чисто на чётки. А ну-ка сейчас я отключусь. Нормально уже воронением покрою. Тут так не особо удобно на камеру. Ну вот, поконтрастнее смотрится. Ну, для первой гравировочки вполне таки неплохо. Думал, будет сложнее гравировать. Что касается микроскопа, купил самый простой китайский дешевый микроскоп такого плана. Тут еще в комплекте идет у него стойка небольшая, регулируемая, и площадочка. Но гравировать так неудобно, поэтому я купил такого плана пантограф под микрофон. Под микрофоны они подаются, под телефоны держатели. Кстати, диаметр подошел как раз таки под микроскоп. Отлично. Удобная, кстати, вещь. У меня и лампа с увеличилкой, и другая лампа с таким пантографом. Ну, в общем, в дальнейшем будем практиковаться гравировки на металле также. Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Удачи.